Дорогие любимые, всем здравствуйте! Сегодня я вышла в эфир, ай да не одна, гость моей студии Ольга Литвинова, это мастер по фейс-йоге, моя коллега-ученица, прекрасный человек, вообще фактически член моей семьи. Мы сегодня поговорим об осанке. Почему? Поскольку вообще состояние позвоночника влияет на все внутренние органы и обуславливает не только наше здоровье, но и настроение. Вы знаете, что уже совсем скоро стартует мой авторский проект, который так и называется «Ретрит на дому». Он специально социальный, создан для того, чтобы у всех людей мира была возможность, те, которые ограничены в передвижении, которые, конечно же, так нам необходимы для здоровья. И если так получилось, что жизнь вас заточила в четыре стены, у вас нет возможности прямо сейчас погулять по лесу, либо поплавать в прекрасном водохранилище, реке, если у вас нет возможности позагорать, послушать звуки океана, звуки птиц, вы всегда можете наполнить свое тело телесными практиками. И, в принципе, я себя считаю именно специалистом в этой области. Но для того, чтобы вам было не скучно и разнообразно практиковать разного вида телесной практики, как я сказала, я на своей платформе, которая называется «Ретрит на дому», объединила разных мастеров, которые уникальны и достигли очень многого в своих областях. Вот как, например, Оля. Мало того, что она мастер по фейс-йоге, она потрясающий мастер по тета-хилингу, женский психолог и коуч. И таких мастеров я на свою жизнь насобирала действительно очень много. Я от всей души хочу поделиться с теми учениками, которые пойдут с нами в этот путь, мы познакомим их с разными рода телесно-духовными практиками. Олечка, здравствуй. Катюша, хочу сразу сказать, ты выглядишь роскошно. Такие, да? Прям вообще. Спасибо, родная. Да, притягательное такое вообще состояние, эти розовые серьги, невероятно. Оля, а ты знаешь, я всегда наблюдаю за тобой, за твоим образом. Он для меня является собой самый женственный, самый нежный. Вот у тебя всегда превалируют какие-то пастельные тона. И это настолько органично с тобой. И ты для меня вот какой-то эталон женственности, красоты вот такой, чарующий, очаровательный. И всегда очень стильно. Кстати, друзья, Оля, помимо того, что она мастер по тета-хилингу, по фейс-йоге, она еще и стилист. Еще она является собой потрясающие решения по одежде. Вот расскажи, это теплые куртки, которые ты создаешь дизайнерские для того, чтобы женщину зимой и согревать, и быть стильной. И об этом мы, кстати, тоже поговорим, возможно, что на нашем эко-ретрите. А сегодня у нас тема осанка, потому что второй день пребывания в нашей удивительной поездке «Ретрит на дому» будет посвящен осанке. Как нам держать осанку? И я сегодня встретилась с Олей, чтобы она нам рассказала свои лайфхаки. Как, что ей помогает блюсти свой грудной отдел раскрытым и позвоночный столб прямым? Олечка, поделись. Да, прежде всего я хочу рассказать о важности осанки не только с физической точки зрения, потому что наш позвоночник — это наша ось, и насколько он ровный, настолько мы и себя позиционируем по жизни ровно. Но и также осанка для женщины — это минус 10-15 лет. Это статусность, это уважение к ней, это взгляды притягивающие, это ощущение, что вот она, как она так идет. И осанка для женщины — это не только здоровье, это и женственность, это и сам уверенность, такая, знаете, здоровая уверенность в себе и вера в то, что я иду по верному пути. Это состояние. То есть, когда у женщины есть осанка, она несет совсем другое состояние внутри, и она совсем другим состоянием выходит на улицу. Это состояние «я все могу». Просто. Определенно. Вот. Это точно. И это состояние считывается вот так вот. Окружающий мир прям считывает, и он хочет любоваться, смотреть на такую женщину, хочет восхищаться и хочет
просто спросить, как ты это делаешь? И знаете, женщина, которая с осанкой, я очень много раз, я осанкой занимаюсь давно, я ходила на балет еще до встречи с Катей, уже 10 лет, по-разному я всегда ощущала внутренне, что это как-то важно. И я помню, что я получаю очень много комплиментов именно от мужчин, что вот это у тебя походка, вот это у тебя осанка. Даже когда сидим, обедаем, мы сидим в осанке, я помню, мужчины, они просто восхищаются статусностью. Это статность. Статность от слова статусность. Поэтому это не только, конечно же, для мужчин, это для внутреннего ощущения. И здесь а что тебе помогает ее удерживать? Да, что мне помогает? Конечно, мне помогает утренний комплекс упражнений на раскрытие грудного отдела. Я бы хотела показать один из тех, без которых я не могу, как сказать, выйти на улицу. Наверное, где-то я подсмотрела его у тебя, модернизировала под себя. Вот. И, это, конечно, самое главное, что ты это делаешь, и это стало твоим. И теперь, Оль, он твой больше, чем мой. И ты на него имеешь право. Поэтому скорее делись нашими подписчиками. Сейчас поделюсь, да, авторское право. Смотрите, что мы делаем? Мы делаем, открываем ручки, замочек, открываем. И убираем руки наверх высоко, вот я показываю, ага, за высоко и за голову, чтобы они были за головой, и начинаем за головой рисовать круг. Ой, как приятно! Ой, как приятно! Мы чувствуем, как разгревается грудная клетка, раскрывается. И вот из этой грудной раскрытой клетки мы говорим: «Мир, я радуюсь вместе с тобой». Мир, я радуюсь вместе с тобой. Да здравствует начало ретрита на дому, где надо делать каждый день. Представляете, девочки, как мы сейчас с вами открываем грудную клетку и теперь в другую сторону. То есть не над головой, а за головой рисуем круги. Да, и теперь в другую сторону. И еще раз, я говорю это обычно утром. Доброе утро, мир, но сейчас еще утро. Я радуюсь вместе с тобой. Доброе утро, мир! Я радуюсь вместе с тобой. Оля, ты знаешь, сейчас, делая это прекрасное упражнение на осанку, у меня пришла идея. А что ты смотришь на то, чтобы всем нашим ученикам, которые будут путешествовать с нами в ретрите на дому, который начнется с 13 по 19 апреля, ты дашь аффирмацию на каждый день, все 7 дней. С радостью. Отлично, и мы это включим в обязательную программу от тебя. Такой бонус при оформлении твоего индивидуальной консультации, аффирмацию на каждый день, прямо листик, где будут прописаны аффирмации на каждый день. Потому что я помню, когда я брала твою сессию, первое, что ты мне предложила, это дать правильные настройки для того, чтобы реализовать все мои грандиозные планы. И после этого моя жизнь действительно очень круто и резко поменялась. И я хочу, чтобы моим ученикам тоже была такая возможность, и для того, чтобы у моих учеников тоже жизнь конструктивно менялась к лучшему. И я хочу, чтобы они воспользовались твоей уникальной энергией, знаниями и наработками. Поэтому, пожалуйста, твои аффирмации на каждый день. Благодарю. Хочу сказать, что аффирмация — это просто то, как мы настраиваем свое тело. Мы настраиваем каждую клеточку тела. Мы состоим из клеток. И то, что мы скажем нашим клеткам с утра, то, какую мы им команду дадим, то они и будут выполнять. И поэтому это очень важно настраивать себя, свои клетки, свое тело именно позитивным образом и индивидуально. Девочки пишут, присоединяйтесь к ретриту. Расскажите, девочки, слышали про ретрит, но хотят поподробнее. Катюш, ты начнешь, я продолжу. Да, обязательно. Дорогие и любимые, программа «Ретрит на дому». Что собой включает? Это уникальное расписание, достаточно плотное, которое позволяет вам уплотнять вашу ткань энергии, созидать ваше тело интересными практиками, дыхательными упражнениями. И, конечно же, вас ждет медитация. Вас ждут различные рода техники, которые повысят и вашу пластичность, и повысят ваш иммунитет, конечно же, и правильное питание. И более того, я собрала на этой платформе более 20 специалистов, каждый из которых привнесет ту
составляющую, ту уникальную, назовем это квинтэссенцию энергии, которая сделает вас более целостными, более наполненными и устойчивыми к вирусам. Давайте я немножечко расскажу о самом расписании, чуть-чуть прямо поподробно. У нас ранний подъем, антипаразитарная программа, потом дыхательные практики, шаткармы. Это здесь может быть и наули крия, и пранаяма. Потом плавно мы переходим в завтрак. После завтрака иммуностимулирующий комплекс. Затем время на себя, медитация. Потом вечером у нас будут и тантрические практики, и упражнения на тазовое дно. Каждый день будет выступать спикер с программой умного детокса. Детокс сознания, детокс тела, детокс всех внутренних органов. Также у нас приглашенный мастер по медитации будет присутствовать. А еще мои любимые занятия по цигун. И вечером у вас будет возможность взять индивидуальную консультацию того специалиста, который вам понравился. И в частности, Оли Литвиновой. И на это будут распространяться различного рода скидки и акции. Олечка, а теперь скажи про то, что, что владеешь ты, и что ты привнесешь в наш ретрит на дому. Конечно, я, как всегда, буду поддерживать ретрит зарядкой красоты. У нас будут по утрам проводиться умывания красотой. Вот. И, конечно же, мы с вами будем ощущать, что хотелось бы мне принести в этот ретрит, чтобы вы через ретрит принесли свое ощущение красоты. Я красивая. Мы с вами разберем, что еще мешает стать красивой. Почувствовать, вернее. Мы уже все уникальные. Что нам мешает еще это почувствовать, увидеть? Мы это разберем. Мы найдем наши болевые точки, которые нас постоянно триггеруют. Почему мы недовольны, глядя на себя в зеркале, в зеркало и вот так вот это, починим, да, так сказать, да, исцелим. Оль, я так часто сталкиваюсь с женщинами, которые все прекрасны. Но когда я апеллирую к ней как красавица, она говорит, ой, да ладно, да я не такая, ой, да они не верят в то, что они красивые. А ведь некрасивых не существует. Катюша, это вот истина в первой станции. Но, к сожалению, то, что происходит вокруг, когда нас зомбируют эталонами красоты, это становится бичом. И наша с вами задача очистить мозг через детокс, когда мы очищаем мозг от всего ненужного, мы начинаем видеть истину, мы начинаем видеть истину красоты, своей красоты и красоты окружающих. Ведь не зря говорят «красота в глазах смотрящего». И если вы получаете от кого-то комплимент, вы понимаете, что этот человек видит красоту, он, значит, и может увидеть красоту в себе. Поэтому на ретрите в продолжение, конечно, у нас также будут с вами телесные практики, мы с вами будем работать с овалом лица. Наш любимый невероятно нос. Интеллектуальный признак интеллекта. Интеллектуальный признак интеллекта, признак нашего пути. Мы разберем те самые вещи, те самые части лица, которые, возможно, пока вас еще не удовлетворяют, полностью не устраивают, мы разберем, почему, мы найдем причину, мы исцелим эту причину, по крайней мере, у нас мы поставим нас на путь исцеления этой причины, чтобы каждая маленькая клеточка лица ожила, глядя на наполнилась. Да, чтобы и было, вот знаете, вышли на улицу, хотите в профиль повернулись, хотите так, нет рабочей стороны, есть все лицо прекрасное, да, перед камерой. Вот это вот ощущение мы будем получать, да, Катюш, вот эти омывания красотой. Конечно, у нас будет физические, мы будем исцелять и носик, и мешки под глазами, и Катины практики для тела, мои практики в том числе для лица, и где-то не побоюсь этого слова, подсмотренные у Кати, но при этом собранные со всего. Для меня такая честь, Оль, я и для этого и делала, чтобы хоть кто-то этим воспользовался. Я с радостью, да, собранные со всего мира. И я на своем опыте, пройдя через мешки под глазами, через непринятие носа, через межбровку. А помнишь, Оля, как мы с тобой работали с отечностью, да, склонностью к отекам? И все это ты преодолела за счет регулярных практик. Мы с Олей очень много путешествуем в ретритах и проводим совместно. Поэтому, друзья, я решила, что никакие внешние обстоятельства, которые обуславливают нас от путешествий, не могут нас остановить быть вместе и быть в своем эко-ретрите, созидательно относясь к себе и к своему телу.
Конечно, это важно, и мы вместе будем отвечать на ваши вопросы, мы будем созидать ваше тело так, как будто бы мы находимся рядом в одном пространстве. Я обожаю ретриты, наверняка многие из вас, девочки, ездили. И пишет, вот Наталья пишет, девочки, расскажите про гормональный сбой, я сейчас испытываю некий дисбаланс в этой области. Плохое самочувствие, что делать? Оля, мне интересно твое видение. Конечно, здесь двойной комплекс и на физическом уровне, и на психоэмоциональном. Что такое гормональный фон? Женщина теряет ощущение своей женственности, она теряет свой путь, потому что нами руководят гормоны, только женщинами. Мужчинам это не так важно, у них другие руководящие рычаги. Нами руководят гормоны. То есть, когда идет гормональный сбой, идет потеря своего собственного пути, потеря в пространстве. Конечно, здесь нужно, с одной стороны, психологически ощущать. У меня есть медитация на восстановление своего пути. И, кстати, девочки, я ее тоже включу в программу. И второе, это гормоны, они требуют постоянной встряски, они требуют постоянно. Во-первых, гормоны требуют питания правильного, то есть интервалы между завтраком, обедом, ужином. Выравниваете питание, я сама, у меня был повышен гормон пролактин, вместо 500 – 2000. А за что отвечает пролактин? Пролактин отвечает за выработку грудного молока, у меня тело думало, что я кормлю. И так было около 10 лет. И мне врачи... А на тонком плане ощущение себя матерью. Я в тот период создавала бизнес и была к нему привязана, как он был для меня ребенком. И, конечно, когда я с этим разобралась, когда я выровняла однажды свое питание, у меня за неделю я плакала, когда сдала анализ, потому что мне врачи говорили, что тебе всю жизнь пить гормональные таблетки. Мне врачи об этом сказали. То есть начинать с какой-то там восьмирушки таблетки. Представляете, какая она сильная, чтобы выравнивать пролактин, гормон. Друзья, но я хочу сказать, что Оля исцелилась, только лишь побывав на ретрите, соединившись с собой, со своей природой, раскрыв свои уникальные таланты. И сейчас Оля консультирует именно как мастер по тета-хилингу. Поэтому, да, если у вас есть гормональный сбой, и вы хотите индивидуально проработать в себе эти моменты, то Олина сессия, она действительно многогранна и такой очень опытный подход даст возможность вам выйти на совсем другой уровень осознания себя. Вы почему так гормоны работают? Значит, есть какой-то дисбаланс на уровне физики, психоэмоциональном фоне и духовном. Поэтому призываю вас воспользоваться ссылкой. Кстати, у нас во время ретрита будет проходить акция, в котором вы можете воспользоваться услугой специалиста с огромной скидкой. Акция стоит 5900. И что туда входит? И участие в самом ретрите, пакет расширенный, он стоит 2000. И плюс еще консультация самого специалиста, в частности, Ольги Литвиновой. И все это вместе будет стоить 5900. Это мега выгодно и фактически в два раза дешевле, чем если бы вы это брали отдельно. Поэтому спешите воспользоваться, да, пишите непосредственно администратору, и он оформит вам такую уникальную скидку, а в частности Олину консультацию. Что я еще хотела сказать? Очень много вопросов, связанных со стоимостью. Друзья, мы сделали очень социальную стоимость для того, чтобы никого не ограничивало желание поучаствовать в проекте. Стоит он 980 рублей. Это базовый пакет, который не подразумевает чат поддержки. Соответственно, по акции. Без акции он стоит 1500. А есть еще участие, пакет расширенный, он стоит 2500. Туда многое что включается. И детокс питания, и поддержка всех специалистов в чате, где вы можете задать вопросы. И еще дополнительные уроки, бонусные, по разным направлениям. По направлению психологии, физиологии и интересные лекции. Плюс еще медитация. И есть пакет индивидуальный, он стоит 5900, я вам про него только что
рассказала. Что касается самих гормонов, вы спрашиваете, что делать, если дисфункция такого рода, то здесь, конечно же, нужно отбалансировать щитовидную железу. И здесь пролить свет на правильное питание. Именно правильное питание лежит в основе нашего ретрит-путешествия, которое называется «Ретрит на дому». И будет приглашен специальный специалист с Тенерифы, друзья, привезла вам. Зовут его Анатолий Рязанцев, он много лет уже живет на Тенерифе, у него свой ресторан веганского питания, и он специально для нас разработал уникальное меню. И у вас будет возможность импровизировать в очень простых продуктах, крупах, сыроедения и веганства в домашних условиях. Толя специализируется именно на том, что обучает, как, причем обучает поваров, как правильно осуществлять ритуал приготовления здоровой пищи. Вот, собственно, немножечко о гормонах. И, конечно же, Оля правильно сказала, что самое важное – это телесные практики, которые гармонизируют психоэмоциональный фон и дают возможность женщине сгармонизироваться и сгармонизировать гормоны. Да, сгармонизировать гормоны. Я предлагаю сделать сейчас такой комплекс, который сгармонизирует гормоны. Оль, как ты смотришь? Да, отлично, с радостью. Да? Друзья, вот такая у меня есть прекрасная музыкальная чаша, которая называется «Хэндпан». Я ей очистила пространство и даю вам упражнение на гармонизацию гормонов и выстраивание позвоночника. Положение собака. Таз наверх, зажимаем мышцы промежности. И на выдохе, не сгибая ноги в коленях, встаем на четвереньки. И вдох. 10. И подбородок наверх, стимулируем щитовидную железу. И 5. Еще 4. Подбородок наверх 3. Подбородок наверх 2. Последний 1. Сейчас переплетаем фаланги пальцев рук. То, что давала Оля. Выталкиваем руки наверх. Я гармонизирую пространство. И еще раз. Хорошо. Встаем в предыдущее положение. Теперь смещаем таз как можно ниже вправо. Зажимаем мышцы таза в однах. Это упражнение из курса йога-йоги. И опускаем в левую сторону. Тоже 10 раз. 10 наверх. 9 наверх. 8 наверх. 7. Делаем на носочках. 4. Еще. 3, еще, 2, еще и 1. Отлично. Снова садимся в то же самое положение. Только сейчас смещаем руки в свое крайнее право и вытягиваем межреберное пространство и поясницу. Зафиксировали, а я очищаю пространство. Беру хэндпан. Еще раз. И еще раз. Отлично. Меняем сторону. Противоположное. Выталкиваем. Да, локтевой сустав к затылку. Максимально. Грудь раскрыта. Межреберное пространство работает. Итак. И еще раз. И еще раз. Ай да молодцы, мои хорошие. Вот такой комплекс. Я думаю, если вы сделаете 10 повторов, то вытянется и ваше божественное межреберное пространство, поясничка, грудной отдел, подкачается тазовое дно и позвоночный столб пробудится, и вы сразу же осознаете, что такое выверенная осанка. Ну что ж, любимые, подводя итог, я хочу от всей души поблагодарить Олю за участие в нашем эфире, нашу самую женственную, самую красивую, самую неотразимую леди, которая для меня является эталон женственности. Катя, когда ты так говоришь, я хочу каждое слово адресовать тебе. Девочки, все, что мы говорим окружающим, это есть в нас. Поэтому, Катя, лаверды. Спасибо, родная. Вот девочки спрашивают, а где такой барабанчик можно найти? Родные, я обязательно буду вам аккомпанировать на этом хэндпане в ретрите и даже проведу специальную медитацию. Поэтому скорее регистрируйтесь и скорее воспользуйтесь акцией Оли для того, чтобы познакомиться с этим мастером индивидуально. Спасибо большое. Спасибо вам большое. До встречи на ретрите. Пока-пока. Пока.